Вы отправляетесь в зону проведения специальной военной операции. Мы все знаем, что слово «доброволец» обозначает, что человек сам по зову души, по зову своего сердца вышел защитить все свои ценности, ценности своего народа, своего государства. И мы горды этим, что перед нами каждую неделю, можно сказать, собираются вот такие патриоты нашей страны. Мы все желаем вам, чтобы вы все живыми и здоровыми вернулись к своим семьям. Ребят, удачи, мы победим. Иншаллах, ребят. Ахмад! Сила! Аллаху Акбар!